конструкторского бюро «Панцирь МЕ». Ракеты летят уже не на 10, а 20 километров. И сбить их практически невозможно. Стартовый двигатель работает 2 секунды. Разгоняет до скорости 4 маха, 1300 метров в секунду. И дальше она идет как артиллерийский снаряд. Ее не видно. Но мало поставить панцири на флот. Надо готовить персонал. В центре при КБ 3 месяца учатся на тренажерах. Он один в один повторяет, так сказать, реальный образец морского панциря. В центральном КБ аппаратостроения собирают всевидящее око для кораблей. Станции обнаружения тоже в последней разработке. Их сразу же приучают к морской качке. Это имитирует движение корабля, то есть уже в реальных условиях. Кроме системы обнаружения, есть и система госопознавания, которая позволяет обнаружить государственные принадлежности, воздушные цели на дальности нескольких сот километров.